четвертого курса, с первого семестра. С четвертого курса. Дай пятюню. Выполнено профессионалами. Не повторяйте дома. Не повторяйте. Моя подруга, допустим, писала про... Не буду говорить на Ютубе таких слов. В общем, про очень сложные периоды в жизни и самоудаление себя. Ой, я тоже хотела про это писать. Казалось бы, я учусь на психфаке. Угу. Знаешь, что мне научница сказала? А выборку ты где найдешь? А я реально хотела писать про это, типа, мне это интересно. И такие, не-не-не, где ты выборку найдешь? При этом, когда я писала на первом курсе курсач, там, ну, у нас была тема девиантность, вот, но я взяла анимешников субкультуры, потому что все остальные темы по этому блоку разобрали, вот, и там девочки ходили в школы такие с трудными подростками, что-то там выясняли, прикольно. Вот, а мне хотели сначала меня отправить в мою школу, делать опросы, и я такая... No, God, please, no, пожалуйста, я не хочу ходить в школу, делать опросы. В итоге я по интернету людей доставала, я нашла группу аниме, вот я рандомных людей тыкала, такая, привет, пройдешь опрос? Я тебе результаты скажу, и просто придумывала какую-нибудь фигню, где писала, блин, вы такой классный, успехов вам, вообще супер, вы такой необычный! Кого? Короче, объясняю, почему я врала бедным детям, у меня выборка была, типа, подростки, что-то там... От 12 до 16. Что я изучала? Да, я изучала самосознание тех, кто аниме смотрит, да, и тех, кто не смотрит. И по статистике получалось так, что анимешники более депрессивные ребяточки. Вот, им очень грустно было. И я видела, как им... Опять же, грустно, да, и я просто хотела их подбодрить и писала им всякие классные вещи, чтобы они порадовались. Вот. Такие дела. Это был первый-последний раз, когда я использовала живую выборку, дальше я уже врала. Свой первый курсач я сдавала на другом факультете, сидя на лавочке вместе с научницей, она такая, ну и чё, если бы я вот эти задала тебе вопросы, ты бы на них ответила? Она такая, она такая, ну что ж, 5. Да, поэтому я ушла из универа, потому что, как бы, ну вы видели, как меня учили, да? Кого? На третьем курсе я писала свой курсач за 5 дней. Один умный, ну хотя зачем я показываю кавычки, возможно в другом месте это прокатит, в общем один человек мне сказал, вот когда я был в универе, я что сделал, я все свои курсачи в один склеил, и в итоге у меня получился диплом, я такая, идея топ, а склею-ка я курсач с первого курса и со второго курса, и чуть-чуть новые инфы туда насобираю, вот, а тему я выбрала в июне, да, а сдача в июле. Я, значит, вот эту всю фигню провернула, скидываю научнице, она такая, это хорошая, это куски из прошлых курсачей. Я такая, да, я думала, что так можно делать. Она говорит, ну так для этого надо писать своему научнику, чтобы таких непоняток не было. Ну знаете что, я все равно осталась на стипендии, вот. А потом я вообще ушла. Кого? У меня не был в вопросе такой вопрос. Я исследовала людей по методике «Кто я?» Мухиной. Вот, для как раз исследования самосознания. Там просто по факту нужно несколько раз ответить на вопрос «Кто я?». И исходя из того, каким по порядку будет твое описание, делаются выводы по поводу твоего состояния и все такое. Не самая интересная штука, честно говоря, мне было вообще не интересно. На первых двух курсах я собиралась работать в каких-нибудь тюрьмах с девиантными человеками, потому что мне это было интересно. Ничего себе. Да, я бы себя туда не пустилась. Я бы тоже себя туда не пустила. Нет, мне правда интересно этот криминал, все такое. Скорее всего, надо было в таком случае идти на психиатра, но там надо сдавать химию. Я такая, ну и плюс это мед, я не хочу в меди учиться, спасибо. Тяжко, очень тяжко. Вот, да. Ну и когда я прошла практику в лагере с обычными детьми, я поняла, что no, thank you, no, 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 no. Не надо. Не надо, спасибо. Кого? О чем я писала на втором курсе, я не помню. Не, серьезно, мне даже интересно стало. А ведь я даже защищалась, это был единственный раз, когда я прям защищалась. Там сидела моя научница, завкафедра, еще кто-то, мне сказали, курсач топовый. Я такая, ой, спасибо, спасибо. Кого?
ушла, потому что я поняла, что, ну, я ничего не знаю, смысл мне мучить себя и писать диплом, потому что я в попыхах выбрала тему, она мне была совершенно неинтересна, вообще не понимала даже, в чем там прикол. Я какую-то билиберду выбрала на основании того, что я до этого писала, и у меня не было мотивации, плюс. На самом деле, я бы, наверное, не ушла, если бы не было карантина, потому что мне вообще нереально учиться из дома. Если бы я ходила на пары, думаю, возможно, я бы все-таки доучилась. А тут у меня мотивации вообще никакой, я ничего не знаю, у меня мое психологическое состояние мне не давало особо это все сделать, я просто вот так лежала и залипала. Вот, и я, короче, поняла, что не надо мне. По профессии все равно работать не буду. Ну, то есть я могла бы устроиться, но я бы не хотела работать в детском саду, например. Да, то есть нормальным психологом, скорее всего, меня бы не взяли. Знаете, что смешное? Я знаю моих однокурсников, которые нифига не знают. Я захожу как-то к одной, то ли в ВК, то ли в Нильзаграм, и там просто «Психолог, записывайтесь!» Я такая: «Зайка, ты же ничего не знаешь! Какой ты психолог? Моя ты золотая! Кого ты учишь?» Ой, не учишь, а кого ты собираешься принимать? Кого? Ну, я думаю, что мои родители понимали, что я скоро свалю, потому что на все вопросы я отвечала «Не». Я постепенно скатывалась, и они это чувствовали, и потом я просто такая: «Я устала, я ухожу». Самое смешное, что это был день зачета. Я боялась писать в деканат, что я хочу взять академ. Я сначала хотела взять академ. Я не писала про него, потому что я боялась написать в деканат. Вот. И я написала это в последний момент, и мне пишет староста такая: «Алло, Вероника, типа, а как бы на зачет ты не хочешь прийти?» Я ей такая: «Я ухожу на академ». И она такая: «Ок». И удалила меня зачем-то из всех чатов. У нее какая-то странная фигня была удалять людей из всех чатов, если они уходят. Кого? А чё бы я, а зачем удалять? Ну, не знаю, типа, я же в чате. Сидела бы и просто палила. И не думаю, что они меня обсирали. Хотя обычно, кстати, когда люди уходили, все про них такие: понятно, ради бога». Я потом спрашивала у своих друзей, типа, что-нибудь писали. По-моему, типа, ну и зачем было уходить на четвертом курсе? Захотела.